Сегодня мы с вами будем отгадывать загадки. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем. Первая загадка. В ней варят суп и кашу, готовят в ней борщи или очень вкусные мясные щи. Как вы думаете, что это из этих предметов? Правильно, кастрюля. Вторая загадка. Если острый и опасный, это значит, он хорош. Все разрежет, он прекрасен. На каждой кухне нужен нож. Правильно. Четыре ноги, два уха. Один нос до брюха. Как вы думаете, что это? Самовар. Правильно. Сам не ем, а людей кормлю. Ложка, правильно. С голубой каемочкой стою я на столе. Очень много вкусного лежит всегда на мне. Как вы думаете, что это? Тарелка, правильно. Молодцы, все, ребята, угадали. Читаем морскую энциклопедию. Почему море соленое? Как вы думаете? Сейчас я вам скажу. Море соленое, потому что, когда идет дождик, он растворяет соль, которая находится на почве и скалах. Образуются ручьи, которые перетекают в реки. Реки, в свою очередь, попадают в моря и переносят туда соли. Светит солнце, под его воздействием происходит испарение воды, а соль остается в море. Вода же потом опять попадает в землю в виде осадков и повторяется все тот же процесс. Представьте, сколько соли могло накопиться. Как возникли океаны? Рождение планеты Земля, которая сначала представляет собой раскаленную смесь газов и горных пород, сопровождала облака, состоящие из водяного пара. В течение времени огненная Земля постепенно остывала, а водяной пар, в свою очередь, превращался в воду на нашей планете. На нашу планету обрушились проливные дожди. Некоторое время дождевая вода не скапливалась на горячей поверхности, и снова переходила в пар. Однако, когда планета достаточно остыла, в ее низких местах начала собираться вода. Именно таким образом, по мнению ученых, и возникли первые океаны. Какое море самое соленое в мире? Как вы думаете? Уровень содержания соли в Мертвом море приблизительно в 6 раз выше, чем в других морях и океанах. Это обусловлено интенсивным испарением воды и редкими дождями. Его называют Мертвым морем. В нем невозможна никакая форма жизни. Это море расположено между Палестиной, Израилем и Иорданией. Какой океан самый большой? Это Тихий океан, правильно. Площадь которого составляет больше трети поверхности Земли. Он самый глубокий и древний из всех океанов. Магеллан в 1520 году, когда впервые пересекал его воды, назвал его Тихим за внешнее спокойствие. Линия экватора пересекает Тихий океан посередине. Что такое цунами? Это японское слово обозначает портовая волна. Цунами – это огромные, последовательные и очень быстро накатывающие морские волны, ударяющие о берег. И скорость может достигать 800 км в час, что сравнимо со скоростью самолета. Цунами – это явление, порождаемое подводными землетрясениями, вулканическими извержениями или смещениями морского дна.
ребята, давайте поиграем в игру. Сосчитать точки в квадратов соединения линии с подходящей цифрой. Вот, например, сколько у нас здесь нарисовано? 1. Мы соединяем цифры 1. Правильно. Дальше. Давайте считать. Вот здесь сколько у нас нарисовано вместе с вами кружочков. 1, 2. Правильно. Значит, с какой мы цифрой соединяем? 2. Дальше считаем. Сколько у нас здесь кружочков? Считаем вместе. 1, 2, 3. Правильно, 3. Соединяем с какой цифрой? Ведем. 3. Цифра 3. Теперь считаем дальше. Вот этот квадратик, сколько у нас здесь кружочков? 1, 2, 3, 4. Правильно, 4. Значит, соединяем с какой цифрой? С цифрой 4. А тут сколько у нас посчитаем? 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Соединяем. Где у нас цифра 5? Вот, цифра 5. Считаем, сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно, соединяем цифры 6. Теперь здесь считаем, сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, соединяем цифры 8. Теперь тут считаем, сколько у нас. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем цифрой 7. Теперь здесь попробуйте сами посчитать. Давайте считаем. Ну что, посчитали? Давайте вместе проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодцы. 9. Где цифра 9? Вот. И еще один нам остался посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем цифры 10. Молодцы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.